Сегодня 15 февраля. 15 февраля военного 1943 года на заводе имени Масленникова в городе Куйбышеве, так тогда называлась Самара, началась активная работа по оказанию помощи инвалидам, вернувшимся с фронта, и их семьям. Каждому фронтовику-инвалиду выдавали денежные пособия в размере 1800 рублей, а также 130 кубометров дров. Кроме того, 68 человек получили ордера на пошивку пальто, брюк и костюмов. Днем памяти стал сегодняшний день для воинов-афганцев. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В память о более чем 14 тысяч солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны, в нашей стране установлена специальная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Кроме того, ежегодно 15 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, проводится Международный день детей, больных раком. Сегодня православные христиане отмечают Сретение Господне. В эту пору наши предки особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: «Корми кур овсом, летом будешь с яйцом». Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Так считалось, что если метет снег, будет поздняя весна. На это же указывало и небо с множеством белых звезд. Это были лишь некоторые примечательные события и факты 15-го дня февраля. Всего вам самого доброго!